Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас интересные покупочки в Валберес сезона Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Яндекс.Маркет, и что у нас там внутри? И у нас в отдельных пакетиках кофе Жардин. На него сейчас классная акция, 150 грамм, выходит около 280-290 рублей. 280 даже, да, и 1,279. Такой цены на него не было уже лет 10, на самом деле, за такую граммовку. Поэтому, конечно же, взяла, там промокод со скидкой 30%. Я когда о таких акциях узнаю, я всегда девчонкам пишу о них в Телеграм. Вот, кофе вкусный, мы пьем только этот кофе сейчас, всем очень нравится. А вот последний раз у меня была пятерка, сейчас взяла четверку и пятерку. Четверка здесь менее насыщенный получается вкус, пятерка прям такой самый терпкий. Они оба классные, оба вкусные, кофе замечательный, не горчит, но в то же время терпкий, бодрит абсолютно точно, поэтому даже не хочу никакой другой рассматривать. Нравится очень, и цена прям вообще классная. Пучки Озон и Валберес. Что же здесь у нас интересного? Девчонкам на Озон взяла шорты по 200 рублей. А распродажа была в магазине у бренда. Не знаю, что за бренд, девчонки. Тут вообще этикетки у них на шортах разные. А цена вопроса 200 рублей, поэтому, конечно же, взяли. Тут вообще интересная этикетка с ценой в евро. На рост 164 взяли, Ксюшки, вот такие вот шорты. Они прикольные. Они из плотного материала. Они вот, все в них хорошо, карманов только нету. А, все в пайетках. Регулируется резинка. Она пришита, не гуляет. Как бы в этом плане все отлично. Длина классная. Но мы их уже поносили и даже уже постирали. И вот в чем у нас минус. Ей между ног вот эти пайетки колятся. Я постирала с большим количеством кондиционера. Не знаю, изменится ли ситуация или нет. Посмотрим, еще раз дам ей их надеть. Конечно, не очень задумка. У нас до этого были шорты, пайетки были просто как бы спереди. Сзади и между ног их не было. А здесь они, получается, она когда идет, ей вот они колят ноги. Поэтому не знаю даже, что с шортами делать. Сбоку вот такие лампасы. Приятная такая ткань, как бы пошиты хорошо, все отлично. Они и сзади все в пайетках. Тут даже вот такая вот этикеточка, прям такая под кожу. Вот, симпатичные, классные, красивые, мне прям очень понравились, но вот в этом плане у нас не срослось. И взяли шорты Крис, но они еще великоваты. Взяла на вырос, думала, будут маломерить, но нет, это продавца все идет в размер. Так, я ей взяла на 4 года, и хоть нам уже 4-й год, они ей пока великоваты, конечно. Можно затянуть, но я думаю, к концу лета, может, поносим. 100% полиэстер, вот такие прикольные синенькие, такие мягенькие, прям на ощупь, классные, под что? Под замшу, под велюр сделано. Карманчики есть, не обманки, пуговки. А они уже не регулируются. То есть здесь вот плохо. Если бы они регулировались, резинку внутри чувствую. Даже чувствую тут какие-то, слушайте, полосочки, не знаю, какие внутри. Но здесь нет ни дырочек, ничего. И, к сожалению, отрегулировать нельзя, если только ушить. Они еще великоваты. Ну, если что, на следующий год пойдут. Цена вопроса 200 рублей. Такие приятные, классные шортики. Так, и дальше покупочка Валберес. Это у меня очень интересный спрей для волос. 15 в одном, несмываемая термозащита. Хочу потестировать, потому что очень много положительных отзывов. Сейчас распечатаю. Все хорошо, как упаковали в пупырку. И еще пленочка на флакончике. То есть даже если повредят колпачок при перевозке, Валберес у нас этим славится, да, ничего никуда не прольется, а спрей останется на месте. Вот такой вот интересный спрей от бренда Она. Отзывы прям классные, мне захотелось. Ой, потому что волосы суховаты, и очень хочется эту ситуацию как-то исправить. Трансформирует волосы, устраняет пушистость, придает им сияние, защищает волосы от воздействия окружающей среды, обеспечивает термозащиту и делает их более послушными. Лучшая новинка 2023, несмотря на обилие выбора. И смотрите, как прикольно. Шаг 1 намочи, шаг 2 нанеси, шаг 3 наслаждайся результатом. Вот такой интересный спрей. Мне хочется одушку его прям потестировать. Сейчас попшикаю. Ой, вкуснючая такая. Вкусная. Даже не пойму, чем пахнет. Вкуснючая такая, как профессиональный. И цветочки. Очень вкусная. Прям вообще вот у меня кайф. Так, ну что, буду тестировать. В следующих роликах тогда вам расскажу или даже покажу. Пучки Валбереса. Что у нас тут интересного? Первый раз беру гель-лак от бренда Sun. Кто пользовался, девчонки, напишите, пожалуйста. Отзывы 4,9, поэтому решила взять, попробовать. Оттенок очень красивый. На самом деле пришел в пупырке.
пришел в пупырке цвет 123, спелая вишня. И еще вот такую полосочку даже положили. Смотрите, можно наклеить там, не знаю куда. Это, наверное, для профессионалов. В общем, здорово, что на колпачке видно цвет. Люблю вот, когда так делают производители. Цена вопроса бюджетная. Там в районе 200 с чем-то рублей. Так, ну-ка посмотрим. Мне прям интересно. По густоте. Ну, такой вроде неплохой, слушайте. Так, оттенок камера вам немножко привирает. Сейчас попробую накрасить. Мазала, заехала, правда. Но все равно, слушайте, камера врет. Он с малиновым оттенком. Не такой вот бордо. Сейчас без вспышки попробуем. Ну вот нет, все равно. Смотрите, вот вспышку отключаешь, совсем другой цвет. В общем, он как в карточке товара. Красно-коричневый, но он такой бордо. Он действительно спелая вишня, то есть с таким вот вишневым батоном. Не передает почему-то камера. Очень жалко. Цвет на самом деле просто вот в начале, вот сейчас, когда подносила, было очень классный, вообще шикарный. И лег с одного слоя, я хочу сказать, хорошо. Прям вот хорошо это. Я не стараюсь, просто намазюкала посмотреть оттенок. Классный. Едем дальше. Здесь у нас вот в такой интересной коробочке пришли... Пена для ванны сквиши. Мялка. Представляете, вот это очень интересная штука. Цена вопроса тоже 200 с чем-то рублей. С небольшим прям. Очень интересная штука. Заказала девчонкам. Мне кажется, они должны оценить. Потому что ну, что-то новенькое, что-то интересное. В карточке товара вообще прям описано было бомбически. Но подарок, мне кажется, будет вообще супер. У нас вот такая красота. Это какая-то открыточка даже. Смотрите, легкости во всем. И вот такой вот контейнер с морскими обитателями. Нет, вообще различные зверюшки. Смотрите, средства для купания, сквиши, пена для ванны. Вспенить под струей теплой воды, то есть мы не воду бросаем, а мнем в руках под струей воды, я так понимаю. Для увеличения пены в 3 раза используйте душевую лейку. Вон она как. Состав. Пометки по возрасту. Тут не вижу, может в карточке товара была. Так, давайте откроем. Удобный, кстати, контейнер. Аромат идет. Сразу невероятно, какой-то баблгам. Баблгам с фруктиками. Фруктовый баблгам. Давайте трогать, как это все дело выглядит. Действительно, слушайте, как антистресс. Смотрите. Ой, какая прикольная задумка. Мне кажется, девчонки будут в восторге. Так, лялечка вот какая-то тут есть. Ой, прям на подарок или дополнение к основному подарку. Практически, кстати, они не липкие. То есть можно поиграться. Такая вот лялечка. Жмакать. Прикольно. По-разному интересно пахнут. Лошадка. Лошадки какая-то, не знаю, арбузно. Чуть-чуть прям вот арбузная такая фруктовая душка, очень приятная. Ну-ка, уточка. Тут получается 2 лялечки, 2 лошадки разных цветов, 2 китика, 2 уточки, 1 поезд и 1 башенка. О как! Вот такая уточка. Прикольная штука. Вообще, хочется съесть. Знаете, на что больше вот тактильно похож? И по запаху, на мармелад жевательный детский. Да, у них разные ароматы, но все перекликаются. Достаточно все приятные. Прям класснючие. Хочу вот розовый понюхать. Схожесть есть у них, но какие-то более насыщенные. Вот прям баблгам-баблгам, а какие-то вот более фруктиками даже пахнут. Очень классная задумка. Мне понравилась. Прям смело могу рекомендовать. Потом тогда, наверное, в Дзене где-нибудь обязательно выложу коротенький ролик, как они будут пениться, как мы будем их применять. Ну и на этом все, мои хорошие. Все ссылочки, как всегда, в описании, в инфобоксе, в том числе и на чудо-очиститель О2 Клин. Всех люблю, целую, всем пока-пока.